Здесь облака, вот они летают. Мамочка, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Тим, ты видишь облако? Нет, я единственный, кто его не вижу. Мамма мия. Ребята, тут так высоко, что даже мост немного трясется. А вот теперь облако к нам пролетело. Привет, облако. Ты не видела лошадка, и лошадку и ежика? Да, мы уже почти как ежик и лошадка в тумане. Ежик, лошадка, ты не видела красную шапочку с пирожками? Нет. Я видела только бабушку. А вдруг тут потенциальный самолет? Почему тут нету ограждения? Даша, какие романтичные мысли тебе навеяла высота? Маша, поделись, пожалуйста, своими мыслями. Я, кстати, тоже подумала, могу ли здесь отсюда. Блин, как можно... Все счастливы. Ой, смотрите, это прям разлом такой. Вау. Крутизна, слушай. Не люблю грозу в начале мая. Андрей, поделись своими мыслями насчет данной высоты. Нет, красиво. Ну вот, есть все-таки среди нас позитивные люди, есть. Мы резко превратились в ежиков в тумане. Нас накрыли облака. Интересно, куда эта лесенка вниз ведет, а? Какая-то техническая лесенка. Оно за сайт оф Ланкави. Она же большая, да? Да. Только на картинках такое видели, да? Охренеть, а. Слушай, я вот ни разу не... Я никак не могу осознать, что мы... Я вот ни разу не пожалел про Малайзию. Я нам, честно говоря, завидую. Линия электропередач наверняка. Thank you.